Бэкст, Бэкст, Бэкст. Бэкст, Бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Приветище! Сегодня мы продолжим с тобой искать сокровища, но не под землей, а под водой. Да, мы стали крутым дайвингистом. А это означает, что мы будем нырять с тобой на различную глубину, чтобы найти различные драгоценные вещички. Итак, мы сейчас находимся на нашей базе дайвингистов. Здесь много-много-много магазинчиков, где мы можем прикупить всякого-всякого-всякого барахла, на которое у меня сейчас нету вообще никакой копеечки. У меня только 35 монет. Где мои монеты? Вот они. 35 монет. На них мы, естественно, ничего не можем купить. Вот этот вот магазинчик продает здесь лодки. Да. Вот такие вот даже батискаф продает. Вон, смотри, какой батискаф крутой. Опачки, нас выкинуло на продажу лодочки. Вот эта лодочка у нас уже есть, как у древней цивилизации. Что у нас есть покруче-то? О, а вот он и сам батискаф, который стоит рубаксы. Да, 199 рубаксов, это не круто. Не круто. Дальше что у нас есть? У нас есть вот такая вот моторная лодка. Это уже прям наше время, 2018. И аквабайки, естественно, есть. Есть вот такая вот крутая лодка, это уже прям для VIP-персон. И есть для вечеринок, вот такая вот крутая яхта. Да, но нам на нее предстоит еще заработать. Так что вот, возвращаемся и побежали. Что это? Что это? Ты кто такой? Прикольно, это какой-то наполовину снеговик-утка. Снеговика-утка! Причем он постоянно прыгает. Ладно, нам пора уже отправляться с тобой в путешествие и искать драгоценности. А, подожди, я еще забыл сказать про несколько фишечек. Смотри, здесь вот у нас есть такие вот нарисованные монетки, бриллиантики. Если мы нажмем на нее, то здесь у нас открывается список вещей, которые мы должны найти. Если мы их найдем, нам дадут деньги и бриллианты, как здесь и нарисовано. Только не знаю, что за бриллианты, но деньги точно дадут. Также у нас есть трофеи. Я их несколько уже нашел, как ты видишь. Ну и, в общем-то, список этот нужно пополнять. Вот. А вот эта вот скляночка, это ребут. Ребут, все мы знаем, что это такое, так что вот. Здесь кому надо, то качайте. Ну, а я поплыл. Прыгаем в нашу лодочку. Вот так вот, хопа. Сейчас мы с тобой типа плывем на другой остров, где очень много всякого разного. И это занимает определенное время. Чем дороже лодка, тем быстрее мы будем добираться до вот этого острова. Наконец мы до него приплыли. Круто. Островок нам не интересен, нам интересно то, что находится под водой. Прыгаем, кавабунга. Бомбочки прям. Справа у нас вот тут вот посерединке есть количество кислорода, у нас сейчас его 86, и он очень быстро убывает. И ты посмотри, сколько здесь на дне всякой всячины, какие-то баночки. Давай поплывем, заберем баночку, 5 баксов за баночку. Так, мы ее забрали, отличненько. Я вижу здесь, я вижу, что это мороженое? Мороженое под водой? А, это было зеленое эскимо, и у нас очень мало количества кислорода, всплываем. Фух, выдохнули, вдохнули и поплыли дальше. Так, еще одна баночка. Весь прикол, что слишком глубоко я заплывать не могу, иначе я просто задохнусь. Мне нужен акваланг или какое-нибудь приспособление, на которое у меня еще денежек нету, но мы обязательно это купим. Так, подожди, я вот сюда заплыл, и, по-моему, здесь можно кислород набирать, да? Точно, ты посмотри, в этой пещере можно набирать кислород. Вот здесь вот наверху небольшая прослойка кислорода, и здесь можно подышать. Ладненько, будем знать об этом. Поплыли дальше. Еще одну баночку возьмем. Блин, а место-то у меня ограничено. У меня всего 5 вещей можно поднять с собой. Может, что-нибудь подрагоценнее найдем. Вот смотри, какая-то штука интересная. Что это рация, что ли? Воу, Аня, это эскимо. Ну ладно, давай вот это вот голубое эскимо возьмем. О, мешок с деньгами. Какой-то странный. А, это ракушка, ракушка. Ладно, у меня уже все забито. Поехали сдавать все это дело. И кислорода уже мало. Ну все, вот мы и выбрались на остров. Теперь нужно выплывать отсюда, поехали. Ну, наконец-то мы приплыли на нашу базу, где мы сейчас и продадим то, что нашли под водой. Это наша скупка. Этот товарищ скупает все, что мы нашли. Подходим сюда и продаем абсолютно все. Опачки! Ну вот, теперь у нас с тобой 80 монет. Интересно, что я могу на них прикупить? Пойдем-ка в магазинчик сбегаем, глянем. Здесь у нас есть контейнеры. А, погоди, это не контейнеры, это же кислородные баллоны вон снизу стоят. Ну-ка, давай посмотрим. Так, $100 стоит вот этот баллон. Это 400. Ну понятно, в общем, я еще чуть-чуть не поднакопил, нужно поднакопить. Что у нас здесь? А, здесь у нас свет, значит, я так предполагаю, что здесь есть какие-то темные места, где нам понадобятся вот такие вот фонарики. А начальная цена самого дешманского фонаря 100 баксов.
таких денег у меня пока нету. Так что побежали быстренько заныривать под воду. Попробовать занырнуть вот от этого островка маленького. Сейчас мы сюда переберемся. Воу-воу-воу, нифига себе, этот маленький островок плавучий. Круть. Давно мечтал о своем плавучем острове. Прыгаем сюда. Ну-ка, что у нас здесь есть? А, кстати, где эти ракушки? Ракушки! Вот они, я их еще тогда в прошлый раз хотел собрать. Посмотрим, сколько они стоят. $5. $5 за ракушку? Не-е-е. Я лучше пойду эскимо собирать. Эскимо за него дают $15. Так что это выгоднее. Так, еще одно эскимо. Огонь. Ага, смотри, звезда какая. Ну-ка, давай ее соберем. $15 за нее дают. Отлично, забираем. Хей-йоу, старина, я принес тебе барахло, ну-ка забирай у меня его. 65 монет мы получим за все вот это вот. Так. Отлично, у нас уже с тобой 145 монет. Пойдем-ка прикупим себе баллон, чтобы нырять поглубже. Баллончик для новичка, как раз сама то покупаем, экипируем, выходим. О, какой ты, посмотри. Какой у меня крутой баллон, который подключается к моему мозгу. Смотри, прям какая-то матрица. Ну вот, мой мозг подпитан кислородом, теперь можно заныривать. Интересно, на какую глубину я смогу опуститься с таким баллоном? Ну что, давай по-нашему, кавабонга, пдыщ. Так, О, нифига себе, кислорода-то у меня прибавилось приличненько. Надеюсь, я сейчас тут чего-нибудь поинтереснее найду. Мы спустились на глубину минус 61. 61 чего, сантиметр или метр, хотя бы писали бы. Так, ого, какие штуки, смотри, классные. Так, подбираем. $30 за шлем. Отлично, бейджик даже получил. А это что, 35 за меч? Меч, ржавый меч, нифига себе. Карта, смотри, карта лежит. Воу-воу-воу, сейчас мы ее подберем. Карта? Или это не карта, это какая-то фигня? Нет, похоже на карту. Да, карта. Так, надо быстренько-быстренько всплывать. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ай-яй-яй, начинаю задыхаться. Фух. Слава богу. О, ты посмотри, какой там странный ромбик. Вон там, в небе, огромный светящийся голубой ромбик. Интересно, что там? Ладно, это не важно. Поплыли снова в глубину. Ого, что это такое? Это пушка? А, бинокль. Нифига себе, ну-ка забираем его. Отлично. Что еще у нас здесь есть, чего мы не видели? Еще одна карта. Давай еще одну карту возьмем. Кстати, прикинь, с этим баллоном у меня появилось еще и место. Я теперь могу собрать 20 предметов. Кстати, смотри, когда я подбираю предметы, мой баллон тоже заполняется вон. Белая жидкость какая-то в нем. Надеюсь, это не мои слюни. Так, что у нас здесь еще есть такого, чего я еще не находил? О, погоди, это что, ключ? Какой-то золотой ключик. Окей, точно, это ключ золотой. Забираем его. Так. Опа, я встретил знакомого дайвингиста. Ты снимаешь? Снимаю, конечно же. Привет. Ой-ой-ой, надо всплывать, я сейчас задохнусь нафиг. Эй, старина, скупай все мое барахло. 675 монет я получу за все это барахло. Так, нужно срочно в магазинчик сбегать, прикупить себе новый баллон. Есть еще вот такой вот за $800, он вмещает в себя 70 предметов и 500 кислорода. Офигенно, конечно, но у меня нет таких денег, поэтому я покупаю вот этот вот. Берем, отличненько, экипируем. Так, ну вот, мы теперь стали еще круче. А чтобы опуститься на новую глубину и найти новые предметы, нам нужно купить с тобой новую лодку. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, нет, батискаф нам не нужно. А вот этот катер в самый раз, покупаем его. Отличненько. Пойдем на него посмотрим, на нашего красавца. Ты куда сел? Это наша лодка. Офигел, что ли? Ладно, запрыгиваем. Поехали. Я надеюсь, что мы сейчас приплывем на какой-нибудь другой навороченный остров. Да ладно, вы прикалываетесь, что ли? Я думал, остров другой будет. Ну вот. Фух, ну вот и все. Мы наконец-то забили наш контейнер. 40 вещей из 40. Выплываем отсюда. И отправляемся на берег. Интересно, сколько мне дадут за все это барахло? Где-то 1500. Где-то так. Ну-ка посмотрим. А, чуть-чуть меньше, 1250. Ладно, продаем это все. Что мы можем прикупить из новых аквалангов? За 800 мы точно уже сможем купить. Вот этот вот крутецкий, офигенный акваланг. А вот это у нас сколько стоит? 1600, да? Да. Не хватает пока, не хватает. Тогда берем вот этот вот.
Вот такой вот акваланчик. И знаешь, что я еще хочу прикупить? Знаю, что сейчас мне это ни к чему, но все-таки я хочу взять за соточку самый дешманский фонарик. Теперь он у нас вот тут вот на лбу, точнее на моем кипарике висит, сбоку, вот подсвечивает. Теперь на дне будет все лучше видно. И кстати, да, мы можем прикупить еще новую лодку, точнее аквабайк. Сейчас мы его купим, подожди, вот он, за 500, у меня как раз 500 есть. Есть гулять, так на все. Здорово, ну что, посмотрим, насколько он быстр. За сколько секунд мы доплывем до того островка? Засекай. Хопа. 4 секунды. А до этого было 5. Ну что? Вперед покорять новые глубины. У нас с тобой 500 кислорода. А это означает, что теперь мы можем заплыть. Ой, как глубоко. Ого, ты посмотри, здесь уже потемнело. Не зря все-таки фонарик купил. Опачки, а вот и новый уровень. О, как здесь темно. Что это там валяется? Это сундук. Ты посмотри, сколько здесь сундуков. Офигеть. Вот это просто красота. Блин, и они по 15 долларов всего. Тьфу ты, ну ты. Стоило из-за этого плыть на такую глубину. Ради 15 долларов. Я так полагаю, что эти сундуки просто пустые. Ай, господи. Ну ладно, ради ачивки зато. А это что такое? А, это шлем. Так, сундук должен здесь... Да, вот он, сундук появился. Здорово. Что у нас здесь еще есть? Весь прикол, знаешь, в чем? В том, что я сейчас отсюда не выплыву. Я же здесь задохнусь. О, погоди, это серфинг? Откусанный серфинг. Ну, поломанный, точнее. Ладно, до победного, короче, я здесь плаваю. Соберу. Вот это что такое? Это карта. Блин, ну здесь вообще ничего новенького. Абсолютно. Только сундуки. Дешманские сундуки. Опачки, а это что у нас такое? За 45 долларов-то. Какой-то тон. Где это, где это, где эта штука? Во! Это похоже какая-то кость или плавник. Фиг поймешь. Красная-красная штучка. Надо успеть ее собрать. Нужен. Походу я не успею ее собрать. Это рубин. О, блин. Но мое здоровье меня подведет. Есть, я успел его собрать и всплываю частично по кусочкам наверх. Так, где этот рубин? Вот он, этот рубин. Мне осталось еще собрать. Раз, два, три, четыре, пять. 5 предметов. И все, я заберу все предметы и получу какое-то вознаграждение. Так, а ну-ка, бейджики сколько? Бейджиков мне еще 2 не хватает. Ну вот, такие вот дела. Если тебе понравился этот симулятор, то с тебя лайкосик, комментарий под видео и не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить нового крутого видосика. Всем спасибо за просмотр, удачки, пока и до нового видосика.